Владимир Зубков в поле с самого утра и до позднего вечера. Каждый свой так называемый рейс он начинает с тщательного осмотра комбайна. Все ли в порядке? Ведь на улице в последние дни по-настоящему жарко, а он, как настоящий сотрудник МЧС, знает, что может спровоцировать такая погода. Ни физические трудности, ни климатические условия не стали препятствием для того, чтобы вместо заслуженного летнего отпуска Владимир Зубков отправился работать. К труду он привык с юных лет, а в детстве даже мечтал стать комбайнером. Я сам, можно сказать, вырос в деревне и всю жизнь этим мечтал стать комбайнером. Не только комбайнером, но я и водителем работаю. Но моя мечта была порулить за комбайном. Ну, так вот, как видите, она осуществилась. Мне это очень нравится. Помочь родному хозяйству, тем более я живу в одной деревне, где находится хозяйство. Ну, директор дал добро. Наш. Я решил попробовать. Ну, вроде не получается. Уже пятый сезон. В поле Владимир Зубко работает не один. Раньше вместе с супругой, которую сам обучил управлять комбайном. Сейчас с Владимиром трудится его отец, Алексей Николаевич Зубко. Сегодня он уже на пенсии, а до этого проработал в сельском хозяйстве 45 лет. Алексей Николаевич поддерживает выбор сына, зная, что тот и дня не просидит без дела. Он это хотел и хочет. Он стремится к этой работе. Он не может быть тут. Не может быть без работы. Он и дома все равно вот строит гаража, там вот дом построил, гаража строит сейчас. И занимается все время. Он никогда не сидит дома. Все время то на работе, то там, то там. И вот так вот все время. Крутится. В открытом акционерном обществе Оснежицкое Пинского района Владимир Зубко трудится уже пятый сезон. Здесь Владимир оценят за особое трудолюбие и старание, с которым он ежедневно выполняет порученную ему работу. Как хорошего комбайнера его здесь рады видеть всегда. В этом хозяйстве я работаю уже, у меня проходит это 14-я уборка, поэтому этот человек у нас всех на виду, и мы о нем можем очень много говорить и только хорошее говорить. Когда-то мы начинали, он еще начинал водителем на отвозке зерна, и специально тоже, уже будучи, работая в службе МЧС, он специально брал отпуска для того, чтобы помочь хозяйству родному. Ну, он с этого отсюда родом, его родители отсюда трудились в хозяйстве и трудятся. Поэтому его, как говорится, это все с детства привито, и он... Душа к нему этому лежит, и он всегда рад помочь. Оставлять работу комбайнера Владимир Зубко не спешит. Он уверен, что в следующем году снова летом выйдет в поля. За несколько лет плодотворного труда только его результат по уборке составляет около 3000 тонн. На достигнутом мужчина останавливаться не собирается, и эту планку обещает превзойти.